в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, там будет эта запись выложена на Ютубе. Потому что то, что мы пишем. Правильно, Вячеслав, Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня в 14:00 по московскому времени в Объединенных Арабских Эмиратах произошло знаковое событие для развития нашего проекта в целом. Сегодня было объявлено и, скажем так, заложен наверняка, этот, как говорится, первый камень. Нам, я думаю, в ближайшие там, день-два это все покажут, расскажут в красках с картинками и так далее, и так далее. Сегодня стартовал адресный проект в Объединенных Арабских Эмиратах. Да? То есть связанный адресный проект, то, чего мы ждали давно, то, чего нам все время на каждых вебинарах задавали вопросы, да, когда же будут адресные проекты и так далее, и так далее, и так далее. Вот я вас хочу сегодня поздравить с тем, что это состоялось. Планировалось поначалу прямая трансляция, но потом, скажем так, было сказано так, что специалисты нашей корневой компании все запишут на видео внимательно, обработают видео и выложат его на наших информационных ресурсах. Поэтому я вам всем сегодня рекомендую и скажите всем своим партнерам, внимательно следите за новостным разделом компании RSV System и компании Skyway Capital, потому что сегодня, возможно, появится уже информация о том, что произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Коллеги, это то, к чему мы шли давно. Это то, к чему шел наш проект на протяжении 4 долгих лет. С начала старта, скажем так, приема инвестиций.